И снова всем привет, ребятки. Я очень рада видеть вас на своем канале. И на балансе у меня 20 косарей, 20к. И залетаю я сегодня во фрут-коктейль. Также не дает мне покоя моя идея фикс. Поймать лимончик. Посмотрим, что это получится. И начинаю с пяти хатки и погнали. Ну а вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал. Так, и у меня, да, у меня было x2, были вишенки. И пока больше ничего. Ну что, тут, в общем, цель такая. Поймать лимончик. И, ну и, конечно же, самая главная цель, это все-таки поднять бабосиков. Посмотрим, что с этого получится. Ждем лимон. Иду по пятихаточке. Вот смотрите, лимон есть, но снизу его нет. Такой секрет, да. Вроде бы он есть, но его как бы нет. Как-то так вот. Сейчас снизу он вышел. Так, 19500, 19 на балике, и пока ничего, тут ничего нету. Но все-таки посижу до талого, я буду ждать. Я думаю, тут, в принципе, вишенками и яблочками должно баланс поддержать, но не знаю, что. Обычно так, по моим наблюдениям, часто выпадают вишенки, яблочки. То есть можно тут большими ставочками, допустим, подняться неплохо. Но сегодня цель просидеть как можно подольше и поймать лимон. Ну, конечно, хотелось бы его побыстрее, но как уж получится. Ну и в крайнем случае хотя бы просто подняться. Ну, хотя бы вот не слиться, да, половить лимон. Вот смотрите, три яблока. Сверху лимон и снизу три яблока. Вообще несправедливость. Вообще вот несправедливость никакая. Тут даже яблок мне пока не выпадало. Да, не выпадало. Ну, арбуз это вообще что-то такое нереальное, где-то в области фантастики. Возможно, осенью, когда они созреют, я их и поймаю у себя в огороде. Мне, хотя у меня арбузы нет, растут декоративные. Ну, не декоративные, а такие мелкие. Ну, ладно, это не важно. Это не важно, арбуз важно поймать тут. Но я не знаю, кому это удалось. Мне, по крайней мере, нет. Я вот жду какого-то сраного лимончика X50. И вот ни разу за всю свою игровую жизнь я его не ловила. Нигде, ни на каких БК. И тут прямо, если другие люди ловят, почему я нет? Почему? Вот скажите мне, пожалуйста, X5. Так, сколько мне? 14 на балике. Что-то я трещу, как хер в коробчонке, блин. И не смотрю, не слежу даже за балансом. Так, я не знаю, что-то он как-то у меня быстро сжирает, да? Да, быстренько у меня как-то так вот кушает. Что даже вишенок падает мало, и яблочек тоже мало. Так, X4, вишенки меня услышали. И яблочко меня услышало. 16-15-500. Ну ладно, все вроде нормуль. Пока играем. Пока вроде бы все в порядке. Может, я все-таки дождусь этого лимона. Я не знаю. Было бы у меня возможность, куча бабла, я бы тупо сидела бы, вот, допустим, на 100к по рублю и целый день до вечера. И, может быть, он мне попался. Так, у меня x6 плюс 3 косаря, 16к. Шансы увеличиваются. Ждем лимон. Ждем лимончик. Я не знаю, дождусь я его или нет. Вот. Так, у меня x10, ребятки, я поймала апельсинчик, 2500, я на 500 рубликов была в плюсике, вы это видели? Это просто хорошо, но я, конечно же, пошла в минус, лимона мне опять не выдала, он мелькнул, так, где-то вдалеке, но не захотел выпасть. Так, апельсинчик поймала, это, слушайте, это очень хорошо, в принципе, кайфы падают, валит, если менять ставочки, регулярно подгадывать как-то вот хотя бы рандомно, я думаю, можно было бы уже подняться, но моя цель... Лимон. Я жду лимона. Ну, подняться-то, конечно, это да, да. Ну, хотя бы вот... ну, вы меня поняли. В общем, не буду я тут вату катать уже который раз. Кто меня смотрит часто, не пропускает мои видосы, знают, чего я хочу от фрут-коктейль. 22к, кстати, на балансе. Да, я опять прощелкала клювом свой баланс. Опять не смотрю и даже не заметила, что там это вообще, сколько у меня было. Я тупо выглядываю картиночки, тупо рассматриваю фрукты и надеюсь поймать вот это вот цитрусовое создание. Так, ну пока мне только шкурка от банана. Вот снова она, вот два раза подряд, пипец. Вот на шкурку везет, вообще офигенно. Вот лимон опять, смотрите, опять проскочила, 18к на балансе. Так, и больше пока ничего. Так, фрут-коктейль, что-то я не поняла. Что-то я не поняла вообще. Где яблоки, где вишни, чтобы так поддержать балансик? Смотри-ка, я снова в минус качусь.
Давай апельсинов мне тогда хоть полные карманы. Но нет, нет. Он мне не дал ни апельсины, ни лимон. Вернее, он мне дал и апельсины, и лимон, но только как-то несовместимо так. Не совместил это все. Или наоборот совместил. Но не совпал. Да, короче, хер его знает. Пусть сам разбирается, что он хотел сделать. Да что за бред вообще? 13К, ребятки, 13К на балансе. Я уж сколько времени тут его долблю, и мне пока выпадало, ну, хотя, в принципе, мне неплохие кайфы выпадали, но что-то вообще ничего нет. Смотрите-ка, вообще ничего нет. Даже вишен. Даже вишен. Вот да... Блин, опять мимо. Так, вот они, X4. Я вот пустую всираю деньги. Вот сейчас всираю бабки впустую. Сколько я уже просадила? Сколько было? Потом сколько чего я тут набрала? Вообще ни в какую. Вообще. 10 косарей на балике. 10 косарей. Ровно половина. 9500 уже. Ну тут вишни. Да, 10. Вот 10500. Половину балика я слила. Плюс еще сколько там был заносик у меня. Да, заносики были. Все я всрала. И все из-за какого-то гребаного лимона, который мне очень нужен, какого-то, я не знаю, какого полового органа он мне срался, но он мне вот реально всрался. Я хочу лимон. Двенадцать пятьсот на балике. Ну, фрут-коктейль, но... Давай не мороси, пожалуйста, а. Ух ты, ей, 7500, 7500. Отлично. Тут я, ребятки, понижу ставочку по 250, может, пойду, чтобы особо что-то смотрю, сливает. После такого-то даст, не даст, я хер его знает. Но посмотрим, посмотрим. Так, X6, 1500, ну, даже двадцатника моего не вернула. Блин. Ну, нафиг так-то? Ну, зачем так? Вот я не понимаю. Ну, зачем? Ну... Паязя. Ну, паязя. Так что, ребятки, я иду до 15, короче. До талого, конечно же, я тут сидеть не буду. И X2. Так, а если поставить 750, начинается. Тут начинается мой бзик. Ставки на хвостики, но... 17, да, ну хорошо, окей, по 500, 4 раза, и погнали. Что ж теперь, ну, это, конечно, нереальные мне опыты, которые вообще не совпадут никогда, но два вишни, да, есть. Я все равно еще 4 раза у меня осталось. Ну, арбуз это, блядь, вообще что-то из области фантастики. Ну, вот это вот вообще, наверное, никому никогда не попадает. Ну что, два раза мне тут? И киви мне, нет, 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 киви не дала. И вишни есть еще два раза. Еще шанс на два, два раза увеличились. И еще на три раза увеличились. Отлично. Все-таки, может быть, лимон мне попадется. Два раза осталось. И нет. Последний раз. И снова вишня. Смотрите-ка, что. Манит, дурманит, короче. X6, ха-ха. Отлично. Может, двадцатника? Может, вернул свой балансик? А чё бы и нет? Чё бы и нет? У меня двадцатник, ребятки. У меня двадцатники. На этом я закругляюсь. Осталось при своих. Ну что, лимона я не получила. Всем пока. Удачи в играх. Увидимся.